Hear from the Lord. Hare Krishna. Hare Krishna. Welcome, everyone. Send the book around. Send the book around. Welcome. So, this is the second lesson in the seminar called Śrīla Prabhupāda Thamrācārya. Итак, это второй урок из семинара, который называется Śrīla Prabhupāda Наш Ачарья Снаваси. Today's lesson will focus on the history and the meaning of the word founder Acharya. Сегодняшний урок будет сконцентрирован на том, чтобы понять историю и значение слова основатель Ачарья. When Prabhupada had his name put on the outside of the temple or in the books, if the word founder Acharya wasn't there, he would be concerned. Обычно Прабхупада всегда просил, чтобы это имя, этот титул Ачарья-основатель, оно было на доске, где говорилось, что это храм Кришны, либо на книгах. И когда этого не было, то он был очень обеспокоен все время об этом, на это указывал. Because there are many acharyas, потому что есть много ачарьев. But to establish his position, Prabhupada understood and applied the term founder Acharya. Но для того, чтобы утвердить свое положение, Шри Прабхупада, он ввел этот термин «Ачарья-основатель». Итак, прежде чем мы пойдем дальше, давайте мы вспомним, что мы говорили вчера. Мы говорили о том, кто такой гуру, зачем нам нужен гуру, о том, что гуру один, и в то же самое время он проявляет себя по-разному. I can take a couple questions. If there's some questions about yesterday's lesson, we can see is there any questions that we needed to clear up, those of you who were here from yesterday's lesson. We'll take one or two questions, and then we'll begin today's lesson. Сейчас можете задать один-два вопроса со вчерашнего семинара, те из вас, кто присутствовал. Если какие-то сомнения или неясные вопросы остались, сейчас можно задать, а потом мы начнем второй урок. Есть вопросы? Пожалуйста. Mother Chaya, you want a chair to sit in? You sure? Okay. Okay, there's a question over here. Yesterday you said that. Если можно, говорите громко, пожалуйста. Yesterday. Do we don't have a microphone, do we? Yesterday you said that if Diksha and Shiksha Guru they are not in the same mood, then it is not desirable. Mm-hmm. Now we refer the mood. Is it the same rasa or is it different personalities or? Different focus on service, maybe. Well, that's a discriminant. Okay, I have to translate. То есть вы вчера говорили о том, что дикши гуру и шикши гуру, когда они находятся не в том настроении, то они не могут, как бы, шикши гуру не может быть для тех, у кого есть дикши гуру, да? И вот тонкости, что подразумевается разное настроение, да? И что там было? I'll give you an example. Just like in our society. In the ISKCON society. Например, в нашем обществе ISKCON. We have different spiritual masters who are some are more conservative, some are more liberal, some emphasize certain aspects of bhakti, others are emphasize other aspects of bhakti. В нашем обществе есть духовные учителя, которые находятся в немножко разном настроении. Кто-то из них более консервативный, кто-то более такой либеральный, свободомыслящий. Некоторые из них, они подчеркивают определенные аспекты бхакти. They're all following Śrīla Prabhupāda, but they have different angles by which they present their teachings, and they have different moods on how to explain their teachings.
Они все следующие Прабхупаде, но они разные аспекты учения Прабхупады подчеркивают, и они находятся в разном настроении, как учение Прабхупады объяснять. So if someone comes to me and says, well, Maharaj, I'd like to take this person as my Shiksha Guru, then I would see if that person is pretty much in the same mood as what I'm teaching. Otherwise, the disciple may get a little confused. И вот если ко мне подходит какой-то ученик, который просит, можно ли мне вот это вот гуру или вот этой личности получать шикшу, я должен посмотреть, насколько вот его настроение соответствует тому настроению, в котором я сам нахожусь. И если это не так, то тогда, слушая наставление этого шикшу гуру, ученик может быть в замешательстве, могут быть какие-то проблемы. Although I won't mention any names, I know certain people came to me and said, well, I'd like to have that person for my Shiksha Guru. I would say either yes or no, depending on how I felt towards their preaching and their what we call their, you know, how much they're fixed in devotional service. И вот когда ко мне приходят ученики, спрашивают, а можно ли мне вот такого вот получать шикшу вот такого-то личности, не буду указывать имена, но я могу сказать да или нет, в зависимости от того, насколько они, вот эта личность, она строго следует наставлениям Шри Прабхупады и настолько она находится в том же настроении, как и я сам. That's a discrimination that's left up to the Diksha Guru. Вот это вот должен определить именно Дикши Гуру. But generally, we accept mostly everyone, but there may be some exceptions. Обычно мы принимаем практически каждого, но какие-то исключения могут быть. Okay. Was one more question? Yeah. Там еще был вопрос. Пожалуйста, погромче, пожалуйста. For those of you who are just coming, we're just getting a couple questions from yesterday's lesson. Для тех, кто только пришел, мы сейчас задаем вопросы со вчерашнего урока. То есть есть Гуру Парампара, и что она делает, да? То есть то же самое знание, оно уже есть в книгах. Гуру Парампара, and what is the purpose of Guru Parampara? Because we have Shastras, we have knowledge in the Shastras. And we can just read books and get whatever we need. What is the need of Guru Parampara? What is the... Krishna establishes Evaram Parampara Prata Evam Rajasaya Vidu. When Krishna spoke the Gita to Arjuna, he said, you know, I've come again to re-establish the Parampara. Кришна говорит в этом стихе из Бхагавад-гиты, 4 главы, что он сам пришел ради того, чтобы вновь установить парампару. The line of the cyclic succession, the line has to go back to Krishna. Это цепь ученической преемственности, потому что она должна непрерывно доходить до Кришны. Krishna is the Adi Guru. Кришна это Ади Гуру. That means he's the original Guru, and actually he's the only Guru. Значит, он изначальный Гуру, и на самом деле он единственный Гуру. All the gurus who are in the role of a guru are simply acting on behalf of Krishna, but he is the original guru. Все гуру, которые действуют в качестве гуру, они действуют от имени Кришны, но именно Кришна является изначальным гуру. So their teachings in the parampara are authorized because they can trace their lineage back to Krishna. И учение, которое передают духовные учителя, оно авторитетно, потому что они должны быть способны вот эту линию довести до Кришны. So there was a break in the parampara, and that's why Krishna came. One of the reasons why to re-establish the parampara by teaching Arjuna that same teaching. He said, I spoke this same message to the sun god Vibhishwam 40 million years ago, but you weren't. I remember, but you don't. And now that knowledge has been lost, so I've come to re-establish the knowledge again. И вот как раз таки это случилось, когда эта цепочка ученической преемственности прервалась. Кришна говорит, он приходит в том числе и ради этого, ради того, чтобы восстановить линию ученической преемственности. И он сам говорит об этом Арджуне, имаме Васате Йогам, то есть я это знание передал Ивасвану, и я был тогда в то время, я это помню, а ты этого не помнишь. Поэтому я тебе опять рассказываю то же самое знание. The
branches, there could be branches coming off the disciplic succession, but still there is a main branch which is called the disciplic succession. И вот есть ученическая преемственность, это как главная ветвь. И могут быть какие-то дополнительные ветви еще, но главная ветвь, она, именно она называется ученической преемственностью. This is nicely explained in Chaitanya Charitamrita. Это замечательно объясняется в Чайтанья Чаритамрите. Where Lord Chaitanya is the trunk of the bhakti tree. Где описывается, что Господь Чайтанья является стволом дерева бхакти. And then there's main branches, such as Lord Nityananda, Advaita, Gadadhar, Shivas, like that. And from them, there are sub-branches that are coming from each one of these, you know, powerful personalities. И вот из этого ствола исходят главные ветви, это такие как Адвайта Ачарья, Господь Нитинанда, Гададхара, Мудри, Шивастакур. И вот из этих вот больших ветвей исходят еще маленькие веточки. Ну вот, и все это называется Древом Бхакти. Everything is connected to the main branch, which is Lord Chaitanya. Но все связано, соединено с главным, главной ветвью и именно с Господом Чайтаньей. And Prabhupada said, ISKCON is a branch of the Lord, of Lord Chaitanya's tree. И Прабхупада говорил о том, что ИСККОН — это ветвь, древо Господа Чайтаньи. That's why we say our disciplic line is Brahma, Madhva, Gaudiya, Sampradaya. Gaudiya means Chaitanya Mahaprabhu. Именно поэтому мы говорим, что наша цепь ученической преемственности называется Брахма Мадхава Гаудия Сампрадая. Гаудия значит то, что мы последователи Шри Чайтаньи Махапрабху. Отвечаете, да? Is that clear? Ответьте на вопрос, пожалуйста. Okay. Матаджи, you had a question? Скажите, пожалуйста, может ли такое быть, что вначале То есть, что первое вначале? То есть, вначале мы встречаем Шикши Гуру, и потом уже своего Дикши Гуру. Либо мы встретили уже сразу с самого начала Дикши Гуру, и потом у него просим, а может ли кто-то быть Шикши Гуру, да? What is the sequence of accepting Gurus? Like, does it mean that we first meet Шикши Гуру, and then we find our Дикши Гуру? Or we first meet our Дикши Гуру, and then Дикши Гуру, he can appoint some persons to act as a Shikshi Guru. There's another guru who's called Padaksha Vartmana Acharya. Vartma Padaksha Acharya. And he's the person, or that person, who introduces you to Krishna consciousness. Есть еще один гуру, и вот этот гуру — это Vartma Padaksha Guru. Тот, кто впервые дает вам знание о сознании Кришны. So, it may happen one way, or it may happen another way. Это может произойти либо так, либо так, либо по-другому. Sometimes, just like we preach in jail. Как, например, вот мы проповедуем часто в тюрьмах. And the only connection that people in jail have is with Prabhupada's books. Единственная связь с движением сознания Кришны в тюрьме для людей — это книги Шри Прабхупады. And through the books, they get inspired. И вот они вдохновляются, читая книги. And then they want a guru after they practice for some time. И затем, вот, когда они в течение какого-то времени уже сами практиковали, они хотят уже найти гуру. But the actual answer to your question is a statement in the Shastras that says, when the disciple is ready, the guru appears. Но истинный ответ на ваш вопрос. Это есть одно утверждение Шастры, где говорится, что когда ученик готов, гуру приходит к нему. When the disciple is ready, the guru appears. Now, it's up to you to recognize that. То есть, когда вот ученик готов, то гуру приходит. Вот вы вот должны распознать, что вот он к вам пришел. It says that you look for Krishna, and Krishna sends you guru. Как вот вы начинаете искать Кришну, и Кришна посылает вам гуру. So it could happen different ways. Это может происходить по-разному. Just be ready. Просто будьте готовы. That's the main thing. Это самое главное. Okay. Last question, and then we have to go on to today's lesson. Давайте последний вопрос, и мы еще перейдем к второму уроку. Если можно, пожалуйста, погромче. В таком случае, какова квалификация представителей этих учеников для того, чтобы понимать?
То есть цепь должна передавать знания без искажений, и какова квалификация звеньев этого цепи, да, чтобы оно передавалось без искажений? The disciple succession has to transmit knowledge without deviations. And he's asking, what is the qualification of persons who are parts of the disciple succession? They have to transmit knowledge without deviation. Deviation. So what's the question? What is the qualification of persons who are parts of the disciple succession? What's the qualification of a spiritual master? То есть вы спрашиваете, какова квалификация духовного учителя? Да. That's basically the question. Такой вопрос, да? Ну да, да. То есть подразумевается духовный учитель, он представитель ученической преемственности. Да. Yes. Yeah. Well, he has to have a spiritual master. У него должен быть свой духовный учитель, comes in disciplic succession. Который также находится в цепи ученической преемственности. Он должен быть Шроттарьям Брахмаништхам. He knows the Shastras. Он знает Священное Писание. And he can defeat all opposing arguments. И он должен быть способен разбить все аргументы противников. He's Brahmanishtam. He's fixed in Brahman. Он должен быть Брахмаништхам. То есть тверд в постижении Брахмана, находится на уровне духовного постижения. These are the main characteristics. Это главные характеристики. And there are other ones. Есть еще другие. Okay, lesson two. Итак, урок два. This is a little more technical. Этот урок будет немножко более таким техническим. So, hang on. Поэтому пристегните ремни. Okay, now. Fasten the belt. Who's that in the picture? Who knows? Что на картине? What two personalities are there? Кем являются эти две личности? Yeah, Vyasadev is on the left, and there's Madhvacharya receiving knowledge from Vyasadev. Итак, слева это Вьясадева, а справа Мадхвачарья, который принимает знания от Вьясадевы. So Madhvacharya is the founder, one of the founder acharyas. Итак, Мадхвачарья является ачарья-основателем. Now, I have a technical question. У меня к вам есть технический вопрос. The word founder acharya. Само это слово ачарья-основатель. Now, one word is one and one word is another. What's unusual about that statement, founder acharya? Что необычного в этом утверждении, в этом термине? Ачарья основатель. Там есть два слова. Что здесь такого очень-очень необычного вот в этом термине? Ачарья основатель. То, что основателем является сам Кришна. Кришна is the founder. Yeah. Да? That's true, but what's unusual about the phrase founder acharya? Just the words itself. Да, но давайте мы сами слова посмотрим. Что необычного в этих двух словах? Чем они отличаются? Acharya — это тот, кто учит своим примером. А основатель — это тот, кто новое какое-то... Acharya, one who teaches by his example, and the founder is one who makes a new direction of the example, да? That's not a fair question. На самом деле, это нечестный вопрос по отношению к вам. Because in English, the word founder is an English word. Потому что слово основатель, это... And the word acharya is a Sanskrit word. То есть одно слово, оно как бы английское, русское, да, и другое санскритское. Two words that are put together from two different languages. То есть мы имеем здесь вот в этом термине два слова из разных языков в одном термине. How does it translate in Russian? It's all Russian, right? Yeah. Anyway. We have the same because we have acharya and основатель. Yeah. Founder. Okay. All right. Next slide. So. Who's that? А это кто? Бхактисиддханта Сарасвати.
What is the origin of the word founder Acharya? This is important to understand. When we understand this whole meaning of founder Acharya and the history, we will appreciate Srila Prabhupada's position more and better and deeper. Если мы сможем понять историю вот этого термина «Ачарья-основатель», тогда мы сможем лучше и более глубоко понять положение Шри Прабхупады как Ачарья-основателя. Okay, next slide. Who's that? А это кто? Six Goswamis. Okay. Шесть Госвами. Хорошо. Now we need somebody to read. Кто-то должен прочитать сейчас. Пожалуйста, прочитайте где-нибудь. В 16 веке после ухода Шри Чайтанья Махапрабху его ведущие участники, ученики, шесть Госвами Вриндавана основали Вишва Вайшнава Радха Сабху. Раджа Сабху. Раджа Сабху. In the 16th century, after the disappearance of Sri Chaitanya Mahaprabhu, his chief disciples, the six Goswamis, founded the Vishwa Vaishnava Raj Sabha. Continue. Go ahead. Продолжайте, пожалуйста. Читайте. Вишва Вайшнава Раджа Сабха представляет собой собрание преданных, которые поклоняются царю Вайшнава всего мира, Шри Чайтанья Махапрабху, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Прабху. So, within a dozen years after the disappearance of Lord Chaitanya Mahaprabhu, the Goswamis established this gathering of a Sangha, like a Sangha, but they called it Vishwa Vaishnava Raj Sambha, gathering of the devotees who worship the king of the world's Vaishnava is who? Sri Chaitanya Mahaprabhu. So this was the beginning of a Sangha centered around our teachings that was started by the six Goswamis of Vrindavan. Итак, это самое-самое начало вот этой санги, то собрание, которое было организовано Госвами Вриндавана, буквально через 12 с чем-то лет, совсем незадолго после ухода. Before that, there was nothing. До этого no formal title to anything. Lord Chaitanya just preached bhakti, engaged in kirtan, but now something formal is developing now. До этого просто Господь Чайтанья проповедовал, пел киртаны, распространял движение сознания Кришны. Но вот с этого момента, когда эта организация образовалась, стало вот формальное, как движение сознания Кришны, вот это самый-самый исток его. Next painting, next slide. Who's that? А это кто? Rupa Goswami. Rupa Goswami. Rupa Goswami. Great gurus and great acharyas, that says. Здесь говорится духовные учителя и великие ачарьи. Read. Прочитайте кто-нибудь, пожалуйста. So in the Bhakti Rasamrita Sindhu, Srila Rupa Goswami identified the fourth principle of devotional service as sadhu vartmanu vartanam, which Srila Prabhupada later translated in Nectar Devotion as following in the footsteps of the great acharyas, teachers under the direction of the spiritual master. So you have two things here. You have the great acharyas under the direction of the spiritual master. So this is, we have to understand this distinction between gurus and great acharyas. Здесь очень важный момент, потому что есть великие ачарьи, и под их руководством действует духовный учитель. Then we'll understand more about our practice of devotional service and Srila Prabhupada's position. Это поможет нам больше понять нашу практику преданного служения и положение Шрилы Прабхупады. Next. Who's that? Everyone knows that. А это кто такой? Narottam Das Thakur Ki. Jai. So, in the Parthana collection, Srila Narottam Das Thakur wrote in his fourth verse of Song 17, a song to Rupa Goswami. Now,
This is important. Nartam Das Thakur is a disciple of Lokanath Swami. So this is what he says. Зборники песен Прабхупады Шрила Наротама Дас Такур пишут в 4 стихе 17 песни, песни, которая посвящена Шрила Рупа Госвами. Это очень важно, потому что Наротама Дас Такур был единственным учеником Локанатха Госвами. Следующее. Who can read that? Кто может прочитать это Бенгали? Who can sing it? Can you sing it? А кто-то умеет петь? Сможете спеть вот это вот? Day. Very good. Prabhu Lokanath Kobe Sangalohi Jabe Sirupa Padara Padme Moi Sampar Pibe. Very good. Очень хорошо, спасибо. Translation. И перевод. Кто-то прочитайте, пожалуйста. Who can do the translation? Кто может прочитать перевод? Can the man over there? Can you see this? Кто-то, кто спереди сидит, поможете? Наш господин Локанатха Госвами возьмет меня с собой и приведет меня к лотосным стопам Шрилы Рупы Госвами. Прардхана, примерно 1460 год. If you want, you can come and sit in the front here. Если там не видно то, что на экране, вы сядьте, пожалуйста, спереди. Plenty of room. Достаточно места здесь, перед экраном. So, this is important. Nartam Das Thakur is praying to Lokanath Das Goswami, please take me to Rupa Goswami. Это очень важно. Нартама Дас Такур, он молится Локанатху Госвами. Пожалуйста, приведи меня к Шриле Рупе Госвами. And who is Rupa Goswami? А кто такой Рупа Госвами? We'll go on to that. So, he has his spiritual master, Lokanath. But he's praying, please take me to the lotus feet of Rupa Goswami. У него есть свой духовный учитель Локанатха Госвами, но он просит, чтобы тот привел его к лотосным стопам Рупы Госвами. Rupa Goswami is considered to be our Bhakti Rasacharya. Rupa Goswami считается нашим Бхакти Раса Ачарья. One who knows the essence of devotional service. Тот, кто знает суть преданного служения. So Rupa Goswami is foundational to all our teachings. И Рупа Госвами, он стоит в истоках всего нашего учения. His book Nectar of Devotion is the book we follow for the practice of bhakti. Книга, которую он написал, Нектар преданности, это наш учебник, которому мы следуем на пути бхакти. If you want to know the science of bhakti, read and study Nectar of Devotion. Если вы хотите знать науку бхакти, читайте и изучайте Нектар преданности. Bhakti is a science. Бхакти — это наука. What does it mean when we use the word science? Что значит, что мы используем именно этот термин — наука? Something scientific means if you apply certain principles under certain conditions, you get a particular result. Научная вещь подразумевает, что если вы в определенных условиях примените определенные принципы, вы получите строго определенный результат. If you apply certain principles in the wrong way, you get a different result. Если вы какие-то принципы будете... You apply the right principles in the wrong way, you get a different result. Если вы будете использовать правильные принципы неправильным образом, вы получите другой результат. Если... If you apply the wrong principles in the right way, you'll get a different result. А если вы неправильные принципы будете применять правильным образом, вы еще другой результат получите. So science means right principles in the right way. То есть наука подразумевает правильные принципы правильным образом. Just like if you want to make water. Как, например, если вы хотите сделать воду. You have hydrogen. Two parts hydrogen and one part oxygen. Вам нужно взять две части водорода и одну часть кислорода. But if the laboratory conditions are not right, even though you have the ingredients, you won't get water. То если условия в лаборатории они не подходящие, то даже если у вас будут все нужные ингредиенты, у вас ничего не получится. Even if you have the right laboratory ingredients, if you have two parts water and one part hydrogen, you won't get water.
Если даже у вас будут правильные условия в лаборатории, но если вы возьмете, наоборот, две части кислорода и одну часть водорода, у вас вода не получится. So, the science of bhakti means to apply the teachings in the right mood according to the instructions of the spiritual master. И наука бхакти, наука парампара подразумевает то, что вы должны правильные принципы использовать в правильном настроении под руководством духовного учителя. It's like in the third canto of Srimad Bhagavatam, it says, there is devotional service in the mode of ignorance, devotional service in the mode of passion, devotional service in the mode of goodness, and devotional service that is transcendental to all three modes. Как третья песня Шримад Бхагаватам объясняет о том, что есть преданное служение в гуне невежества, есть преданное служение в гуне страсти, благости, и также преданное служение трансцендентное к гунам. They're all devotional service, but they're different, what we say, gradations of devotional service. Это все преданное служение, но это разные ступени, стадии или как разные уровни преданного служения. Pure devotional service is what Bhakti Rasamrita Sindhu Nectar of Devotion is all about. It teaches pure devotional service. Но нектар преданности и Бхакти Расамрита Сингху они учат именно чистому преданному служению. So Rupa Goswami is foundational in that in our teachings. Поэтому Рупа Госвами является в истоках нашего учения. Okay. So next slide. Who's that? А это кто? Bhakti Vinod Thakur, what does it say? Что там написано внизу? Бенгальские семена термина Ачарья основатель. Bengali seeds of founder Acharya. So the word founder Acharya now appears in Bhakti Vinod Thakur's writing. Этот термин Ачарья основатель, он сейчас мы увидим, как он появляется в книгах Шрилы Бхактивинода Тхакура. In one book called Harinam Chintamani, written by Bhaktivinoda Thakur. В одной книге Харинама Чинтамани, которую написал Бхактивинода Тхакур, он пишет. Chapter 6. Это шестая глава. Disregarding the Guru. Которая называется «Пренебрежение Гуру». Okay. Someone read. Кто-то может прочитать? 22-23, 6 главы. Пренебрежение гуру. В своей книге Шри Харинама Чинтамани Шрила Бхактивинода Тхакур посеял бенгальские семена будущего англо-санскритского термина Ачарья основатель. Next slide. Push it again. Next slide. Okay. Continue. Читайте дальше, пожалуйста. Сампрадая ради гуру ра. Изначальный гуру сампрадая. Адьячарья Айини, тот, кто является изначальным Ачарьей Сампрадая. Гуру Ширамани, лучший среди всех духовных учителей. Харинама Чинтамани, 1900 год. The original Guru of the Sampradaya, and he is known as Acharya Ayini, one who is the original Acharya of the Sampradaya, and the best of all Gurus, Guru Ширамани. So this is setting the stage for the term founder Acharya, which later was used by Srila Prabhupada and by his the spiritual master Bhaktisiddhanta. Итак, это все закладывает основу появления этого термина Ачарья основатель, который впоследствии будет использован духовным учителем Шри Прабхупады, Шрилой Бхактисиддхантой Сарасвати и самим Шри Прабхупадой. Okay, so this is a work called The Harmonist. Итак, это следующий вот слайд, это журнал, который называется «Гармонист». By Professor Sanyal. И книга, которую написал профессор Саньял. And this is where the word Founder Acharya first appears. Это те вот книги, в которых впервые появился этот термин Ачарья основатель. What does it say on the bottom there? Что там внизу написано? Англо-санскритский термин Ачарья основатель впервые появился в этих изданиях Гаудия Матха. So, it first appeared in the Gaudiya Matha publications in English Sanskrit phase. See, both English and Sanskrit, even before Prabhupada used it, his founder, his spiritual master used the word founder Acharya, combination of English
and Sanskrit. То есть вот этот термин, где, в котором используется одно слово на английском языке, другое на санскрите, он впервые был использован духовным учителем Шри Прабхупады до того, как сам Шри Прабхупада использовал его. Well, this is all in English. This is English, can you translate it? I can try. Давайте прочитаем. I'll read it in English and then you can translate it. The Gaudiya Math is also identical with his founder Acharya. Gaudiya Math, он не отличен от Ачарьи-основателя. The associates, followers, and abode of his divine grace are the limbs of himself. Последователи, те, кто помогает, и сама эта организация его божественной милости является его частью, его самого. Now here's a key phrase. Это ключевая фраза. None of them claim to be anything but a fully subordinate limb of this single individual. Никто из них не может заявлять о том, что они отличны или независимы от независимой частью вот этой одной единой личности. This unconditional, causeless, spontaneous submission to the head is found to be not only compatible with, but absolutely necessary for the fullest freedom of the initiative of the subordinate limbs. Это беспричинное, безусловное, спонтанное подчинение главе находится, оно обнаружено, как бы оно видимо, не только, оно является не только совместимым, но абсолютно необходимым для того, чтобы проявить полную свободу инициативы, полную свободу всех подчиненных частей, то есть всех последователей. This makes the Gaudiya Math as regards its constitution and function different from all other institutions. Это делает Gaudiya Math как по сути и по своей деятельности отличным от всех других организаций. So to translate it into modern day historical, what we say, activities, each of the gurus in our ISKCON society is simply a limb or a function of Srila Prabhupada's desire and his teaching and his mission. Чтобы транслировать или перевести это как-то на язык нашей современной реальности, в ИСККОН каждый гуру является представителем, и он действует от имени Шри Прабхупады, он исполняет его волю и его наставление. I mean, we have many examples of both gurus and others who thought that Srila Prabhupada's teachings were limited. Мы видели много примеров от гуру в нашем обществе, которые считали, что наставления Шри Прабхупады они ограничены. Or relevant just to India. Или же они актуальны только для Индии. Or relevant only in the 1960s and 70s. Или были актуальны только в 60-х, 70-х годах. And therefore they found reason to think that Srila Prabhupada actually his teachings need to be adjusted. И поэтому они нашли причину тому, что они считали наставления Прабхупады, их надо каким-то образом подкорректировать. Or to go to other gurus to get more knowledge. Или же надо пойти к какому-то другому гуру, чтобы получить больше знаний. But here this statement shows that the followers are simply limbs of the original head of the institution and not something separate. Но здесь подчеркивается о том, что последователи являются как частями, как сказать, ветвями изначальной главы организации, не чем-то независимым. As it says here, this unconditional, causeless, spontaneous submission to the head is found to be not only compatible with, but necessary for the fullest freedom of the initiate of the subordinate limbs. Здесь очень важная эта фраза. Это безусловное, беспричинное, спонтанное подчинение главе. Оно является не только совместимым, но абсолютно необходимым для того, чтобы все подчиненные члены этой организации могли проявить свою полную свободу. Just give you a little example. Я приведу вам один маленький пример. Parents will take complete care and responsibility for the children.
родители, они несут полную ответственность за своих детей и заботятся о них полностью. And if the children work completely under the guidance of the parents, they get everything they need to grow and to, you know, develop in their own way. Если ученики, если дети, они находятся полностью под заботой своих родителей, то они все получат для того, чтобы они могли развиваться и чтобы у них все было хорошо. This is a, it's not an ideal example, but it's an example. Конечно, это не идеальный пример, но это показывает суть. Because parents are not perfect. Потому что родители не являются совершенными личностями. But the analogy is that when one works under the guidance of a perfect authority, everything one needs is provided. Но принцип таков, что когда человек действует под руководством совершенного авторитета, руководителя, тогда все, что ему необходимо, ему будет дано. And if one goes outside of that, then they're on their own. They risk. They don't get the same care, mercy, attention. Но если кто-то отклоняется, уходит из-под этого прибежища, то тогда он начинает действовать на свой собственный страх и риск, и он не получит милости, заботы и внимания. So what we're saying is that those who are spiritual masters in ISKCON are fully subordinate to Srila Prabhupada and work completely under his guidance, and therefore we can not only represent Prabhupada but inspire others to take what we say shelter of Srila Prabhupada also. И вот все учителя, духовные учителя ISKCON, они действуют под руководством Шрилы Прабхупады, и поэтому они не только получают сами эту милость и передают ее другим, но они также вдохновляют других людей приходить и принимать прибежище у Шрилы Прабхупады. The more, here it also says that the more one is submissive to the founder Acharya, the more one is, what we say, in connection with Krishna in devotional service. Здесь также говорится о том, что чем больше человек он занимает подчиненное положение духовного учителя по отношению к Ачарье-основателю, тем больше он связан с Кришной и тем более тесно он подключен как бы к преданному служению. So this word founder Acharya appears in Bhakti Siddhanta's publication, The Harmonist. Итак, впервые этот термин «Ачарья-основатель» он встречается в книге, которую написал Шрила Бхакти Сарасвати «Гармонист». Это немножко техническое такое. Но это и наша история. It's foundational. Это самые истоки. And without understanding that, then we will not understand our relationship with our spiritual master and our relationship with Srila Prabhupada also. Если мы это не поймем, нам трудно будет, мы не сможем понять наши отношения с нашим духовным учителем и также наши отношения с Шрилой Прабхупадой. Any questions on that? Если какие-то вопросы на эту тему? Yeah. Пожалуйста, там только погромче говорите, пожалуйста. А где именно, в каком стихе? Ачарья Мам Маджиньян, вам монета Кархичит, вот это, да, вы имеете в виду? Да, Ачарья это самое. И говорилось, что Шрила Прабхупада просил на Акрама писать, что Ачарья основатель, и сказано было, что таким образом Шрила Прабхупада утверждал положение. Ну, чье положение, вопрос, чье положение утверждал Шрила Прабхупада? Положение Кришны, как Ачарья, или что-то другое положение, может быть, свое собственное. Чье положение? Хорошо. То есть истинная Ачарья — это Кришна. Шрила Прабхупада, он утверждал, что он Ачарья, основатель. И что на самом деле он имел в виду, когда он говорил, что он Ачарья, основатель? Так, да? Krishna says in 11th canto of Srimad Bhagavatam that he is the Acharya. Then he says that Shri Prabhupada, he used to put these signs or in the temples or in the book that he is founder Acharya. So what does it mean? What did he mean by establishing himself as a founder Acharya? I explained that before. Я уже объяснил это раньше. That there's only one guru, and that's Krishna. Что гуру один, и это Кришна. But everyone else is acting on behalf of Krishna, so they're also guru. Но все остальные, они действуют от имени Кришны, поэтому они тоже являются гуру. Things of the same nature are, in other words, three and one is four, and two is four.
Это все одна категория, 1, 3 и 1 и 4, и 2, 2 плюс 2, это тоже 4, то есть все. Yesterday we explained that the spiritual master is in a manifestation of Krishna. Вчера мы объясняли о том, что духовный учитель является проявлением Кришны. Krishna appears as the guru. Кришна проявляет себя в облике гуру. But the guru is not Krishna, but just like the ambassador is representing the king, but he's not the king, so you treat the ambassador as if he were the king. Гуру представляет Кришну, но он Кришна не является, подобно тому, как вы приходите в посольство, и посол представляет президентом той страны, но он не является президентом. You need a guru. То есть вам нужен гуру. You can't go directly to Krishna. Непосредственно Кришне нельзя. Because Krishna says, if you want me, you have to go to my representative. Потому что Кришна говорит, если ты меня хочешь, иди к моему представителю. Is that all right? Отвечает это? You don't like gurus? Вам не нравится гуру? Или вы против гуру? Okay, so we don't jump over. Давайте не будем перепрыгивать через гуру. Next slide. Еще вопрос есть? Он был окончен, короче. Он окончен. Я часто слышу, что Гаудия это не то, искон этого дерева. Но я например, понимаю, что Гаудия Манг это основа дерева, а искон это ответвление, чего мы закачали, правильно понимаю или нет? То есть, что значит Гаудия Манг? Вы понимаете, что искон это да, это настоящее, а Гаудия Манг это? Как иногда такое враждебное отношение по отношению к Гаудия Манг, да? И как-то понять, то есть правильно ли говорить, что искон это ветвь Гаудия Манг, да? Sometimes I hear very inimical statements about Gaudiya Mata, like we are искон, it's real thing, but they are... Искон is what? Искон is real, like it's substantial, it's the only one, and they are like something second hand. And but I understand that while seeing all this, I can see that Gaudiya Mata was in the foundation of Iskon. So how to understand? Is it right understanding that Iskon is a branch of Gaudiya Mata? Well, if you know the history, the Gaudiya Mata became, Prabhupada writes, the Gaudiya Mata became Asara. Asara means they disobeyed the instructions of their founder Acharya, and therefore the whole mission stopped. Если вы вот, если вы почитаете историю, Гаудия Матх, он отклонился от наставления своего Ачарья-основателя, они не последовали его наставлениям, и поэтому Шипрапада говорит, что они стали асара. Асара значит бесполезными. То есть вся миссия Гаудия Матха, она остановилась. Prabhupada tells a story in Chaitanya Charitamrita how they were fighting who's the next Acharya. Prabhupada описывает эту историю в Чайтанье Чаритамрите о том, как они сражались между собой, кто будет следующим Ачарьей. But Bhakti Siddhanta said, establish a GBC. Но Бхакти Сиддханта Сарасвати установил GBC. That was some of his last words before he departed. He put it in his will also, establish a governing body. They failed to do that. Это было одно из его последних наставлений, и он даже внес это в свое завещание, что нужно установить GBC. Но Гаудия Матх этого не сделал. So because the Gaudiya Math in general stopped following Srila Bhakti Siddhanta's fundamental teachings, they became useless. They couldn't do anything. Because once you're cut off from the Guru, you have no power. И поскольку Гаудия Матх она не последовала одному из важнейших наставлений своего духовного учителя, то они ничего не смогли сделать, потому что как только вы обрезаете эту связь с гуру, вы становитесь беспомощными. And that's why Prabhupada established ISKCON. Именно поэтому Шрила Прабхупада установил ISKCON. And Prabhupada's from the Gaudiya Math, but he established another society because the Gaudiya Math was useless. Если бы все было хорошо в Гаудия Матхе, зачем было бы еще Прабхупаде устанавливать новую организацию? Но это произошло, и поэтому Прабхупаде пришлось основать ИСКОН. That was back in the 1930s and 40s.
А да, все касается 1930-40 года, вот когда мы. Now some of the members of the Gaudiya Math are doing what Srila Prabhupada's doing. They're traveling, they're preaching, and they're making devotees around the world. And so they can again pick up, but as a whole unit, they lost the mercy of their spiritual master. But there are some elements of the Gaudiya Math that are preaching nice Krishna consciousness. Вот теперь, что происходит, Гаудия Матха, хотя как организация общая, она отклонилась и она потеряла милость духовного учителя, но теперь есть отдельные саньяси или проповедники, отдельных Гаудия Матхов, которые, подобно Шри Прабхупаде, они ездят, они проповедуют, они распространяют движение сознания Кришны, то есть они подхватили вот эту опять эту линию истинную. What you have in as a Gaudiya Math now is a series of small little mats in different places. But they're not unified as a Gaudiya Math. They're just different mats, different acharyas, like that. Что сейчас происходит в Гаудия Матхе? Там нету одной организации, там много разных маленьких матхов, и в каждом из этих матхов есть свой ачарья. Они все по-своему проповедуют. That could happen to our society unless we establish the teachings of Srila Prabhupada as fundamental to everything we do. Это может произойти и с нашим обществом, если мы не установим наставление Шри Прабхупады как истоки, как основу всего того, что мы делаем. And Prabhupada saw that too. Прабхупада тоже это видел. So as early as 1970, Prabhupada established the GBC. И поэтому уже в 1970 году Шри Прабхупада установил GBC. When the movement was only a few years old. Хотя движению было всего несколько лет. Because he wanted this governing body to manage the society as his representative. Once he leaves, then there would be no direction for the society. It would break up into little groups, just like the Gaudiya Math did. Потому что он хотел, чтобы GBC, оно уже при его жизни, оно начало управлять обществом. Потому что если он уйдет, то была опасность, что наше движение развалится на много маленьких группах, подобно тому, как это произошло с Гаудия Матхом. Prabhupada saw the danger and established the GBC right away. Prabhupada видел эту опасность, и поэтому уже в то время он установил GBC. Which is the highest managerial body within the society. Которая является высшим административным органом управления обществом. You have the GBC, you have the gurus, and you have Srila Prabhupada, the founder of Acharya. У нас есть GBC, у нас есть гуру, и есть Шри Прабхупада, как ачарья-основатель. The gurus are asked to cooperate with the GBC. И мы просим, чтобы организация просит, чтобы гуру, они сотрудничали с GBC. To keep unity within ISKCON. Чтобы сохранить это единство в ИСККОНе. That's always the danger. Но опасность всегда есть. You know, a guru could go off and just start his own thing, you know. Гуру может отклониться и начать действовать по собственному усмотрению. He has his disciples, they'll follow him. У него есть ученики, которые ему следуют. He says he's following Prabhupada. И он может утверждать, что он следует Прабхупаде. But Prabhupada said you must follow the GBC. Но Прабхупада сказал, что вы должны следовать GBC. And they don't want to. Но они этого не хотят. So, it's happened already, but by following, keeping the GBC as the highest managerial body, then we can work with all the other problems that come up. There is a direction for problem solving. Да, это уже происходило, но у нас есть GBC, и поэтому, следуя наставлениям Прабхупады, действуя под руководством GBC, мы можем решить все эти проблемы. То есть у нас есть вот этот правильный метод решения проблем. So the downfall of the Gaudiya Math was they didn't follow Bhakti Siddhanta, didn't establish a managerial body, and just broke up into little guru groups. That's all. И проблема Гаудия Матха, она была именно в том, что они не последовали наставлению Шрилы Бхакти Сиддханты, не установили GBC, и поэтому раскололись на множество маленьких групп. Yes. Да, пожалуйста. Каким образом собрание GBC выносит решение? Всегда ли там есть единогласие? То есть всегда ли GBC единогласно выносит решение, и есть ли там расхождение? Ну, вы имеете в виду в процессе обсуждения, да? Да. Is GBC always, how to say,
anonymous while making decisions. Or, autonomous? Yeah. Autonomous. No, like same. Anonymous. Unified. Unified or there's a protocol. Есть определенный протокол того, как это they follow a certain protocol in making decisions. Есть определенные процедуры принятия решений. They're not always unified, no. Нет, конечно, не всегда. They do come to a unified decision after some time. They disagree. Они могут разделяться во мнениях, но через какое-то время они приходят к какому-то единому решению. At the end, they have to agree. Они могут как-то быть не согласны, но в конце концов они должны с чем-то согласиться. It's like you take a vote. И потом они голосуют. And if there's three-quarters majority, then that passes. Even the other one-quarter has to go along with it. И если три четверти за, тогда эта резолюция проходит. Даже хотя одна четверть она может и протестовать, как бы сказать, быть против этого решения. There's always disagreement, but at the end, there's always agreement after the disagreement, because even if they still disagree, they agree because for the sake of unity. То есть всегда есть какие-то разногласия, но в конце концов к согласию необходимо прийти, потому что и вот именно вот в этом проявляется сотрудничество, то что те, кто не согласен, они каким-то образом должны найти вот это вот согласие между собой. It's like two people. One person says, "Let's do it this way." The other person says, "No, let's do it this way." So you have to choose one way between the two, and once they both agree, then they work together. Это как, например, один человек говорит, что вот это надо сделать вот так вот, а другой нет по-другому. И вот они могут расходиться во мнениях, но в конце концов делать это надо, и они должны прийти к какому-то вот единому мнению и сделать это. So there's always disagreement, but at the end there's agreement. То есть всегда есть расхождение, разногласия, но в конце обязательно есть единое мнение. For the sake of cooperation. Ради того, чтобы сотрудничать. Follow? Yes. Вы поняли? После того, как Шрила Прабхупада применил, ну, так более широко, это карма ачарья основатель открыто, то есть после этого появилось много, любой, кто организовывает какую-то вайшнавскую организацию, называет себя ачарьем основателем. Вот насколько это приемлемо, насколько после Прабхупада начали. То есть Прабхупада, он ввел этот термин в более широком смысле слова ачарья-основатель, и после него уже многие тоже начали ачарья-основатель такой-то организации, такого-то матха, да? И насколько это правильно? Шрила Прабхупада, he first made this term, this title, founder Acharya, in a more broad sense. After him, many people, they also start using the same. There's only one founder Acharya for ISKCON. He means like for particular Gaudiya Math, he is a founder Acharya of such and such Gaudiya Math. Gaudiya Math is Bhakti Siddhanta, that's all. То есть нет, это неправильно, потому что Прабхупада для ИСКОН, вот Шрила Прабхупада единственный ачарья-основатель, а для Гаудия Матха ачарья-основатель это Шрила Бхакти Сиддханта. Go on to the next slide, this will answer your question. Давайте мы пойдем к следующему слайду, и там ответ на ваш вопрос. Who's that? А это кто? Vyasadeva, okay. Шрила Вьясадева. Founder Acharya in Sri Krishna Chaitanya. Acharya основатель в книге Шри Кришна Чайтанья. Okay, now we're going to go into the history of Founder Acharya. Сейчас мы будем разбираться в истории Acharya основателя, вот этого термина Acharya основатель. Это из книги написано. Кто-то может прочитать? Нимбарки. Keep going. Next slide. Четыре ачарьи основателя Железного века доказывали, что они проповедуют в соответствии с учением этих изначальных учителей религии.
Okay, so it says the system of Sri Vishnu Swami named Bharka, Ramanuj, Madhva are connected with the ancient times by their recognition of the authority of the eternal ancient teachings, Lakshmi, Brahma, Rudra, and Kumaras, respectively. The four founder acharyas of the Iron Age profess to preach the views of those original teachers of the religion. So, they founded the different sampradayas. Итак, они основали разные сампрадаи. So they're founder acharyas. И поэтому они являются ачарьи-основателями. Here they are. Вот тут они все здесь. Следующий слайд. Next slide. Okay, so you see the founder acharya and the particular what we say prehistorical teacher. Итак, это четыре ачарья-основателя и четыре их изначальных, так как бы тех, кто является в истоках этих сампрадай. Vishnu Swami on the left bottom, Ifala, he's the founder acharya of the Shiva Rudra Sampradaya. Vishnu Swami является ачарья-основателем Рудра Сампрадая и от Господа Шивы. Nimbarka, the four Kumaras. Nimbarka, ачарья от четырех кумаров. Ramanuja, Lakshmi. Ramanuja, ачарья от Лакшми Деви. And Sri Madhava, Lord Brahma. Sri Madhava от Мадхвачарья от Господа Брахмы. Now you see below their names, there's Sudha Dvaita, Dvaita Dvaita, Vishishta Dvaita, and Dvaita. И внизу под их именами вы видите вот эти термины Шудхадвайта, Двайта, Адвайта, Вишишта Адвайта и Двайта. They're all teaching eternal religious principles based on certain aspects. We're not focusing on the complete aspect, but on certain angles. Они учили вечные религиозные принципы, но они концентрировались на определенных аспектах вот этого учения. Why? One of the reasons why these sampradayas are still strong. Одна из причин, почему эти сампрадаи, они даже сейчас еще достаточно сильны. If you go to South India, especially Sri Sampradaya and the Rudra Sampradaya are still very, mostly the Sri Sampradaya is very strong. Как, например, в Южной Индии очень сильна до сих пор Шри Сампрадая, и также Рудра Сампрадая. And the Madhva also. Мадхвачарьи тоже. Because they follow the teachings of their acharyas. Почему? Потому что они следуют учению своих ачарий-основателей. They glorify their founders. Они прославляют своих основателей. They make their founders' teachings the basis of all their teachings. Они делают наставления и учения своих ачарий-основателей основой всего учения сампрадай. So if we do that with Prabhupada, keeping Prabhupada in the center, then we will always, the movement will grow and grow. Если мы сделаем то же самое, если мы поставим Прабхупаду в центр, то наше движение будет больше и больше и больше расти. Let me ask you a question. Я хочу задать вам вопрос. I'm going to put you on the spot. Сейчас у вас будут трудные времена. Держитесь. Okay. How many of you? Кто из вас? Every day. Каждый день. Read Srila Prabhupada's books. Читает книги Шрилы Прабхупады. That's one. Quarter. Одна четверть всех присутствующих. Now, how many of you every day either read Srila Prabhupada's books or listen to Srila Prabhupada's lectures? А кто из вас каждый день либо читает книгу Шрилы Прабхупады, либо слушает лекции Шрилы Прабхупады? Same thing, same question, but a little extra. Тот же вопрос, но мы добавили еще одну опцию. If we don't do that, если вы это не делаете, we'll lose focus on what our movement's all about. То вы утратите этот фокус, в чем суть нашего движения. And then someone will tell us something and we will believe it, because we don't know what Prabhupada is teaching us. И тогда кто-то придет и что-то вам скажет, и вы ему поверите, потому что мы не знаем, в чем учение Шрилы Прабхупады. Prabhupada said, read my books. Прабхупада сказал, читайте мои книги. If you want to know my personality and my
teachings, you must read my books or hear Prabhupada's lectures. Он говорил о том, что если вы хотите понять мою личность и мое учение, читайте мои книги или слушайте мои лекции. So we have to stay connected to Prabhupada. Так мы должны оставаться связанными. Because as time goes on, Prabhupada goes in the background more and more and more and more. Потому что с течением времени Шри Прабхупада все больше и больше уходит на задний план. And pretty soon, maybe not here in Ukraine, but in some places around the world, you know, nobody reads Prabhupada's books. They all read their guru's books or other books. И вот, может быть, не здесь, на Украине, но в каких-то других местах, где-то люди, они уже начали читать. Только не читать не книги Шри Прабхупады, а книги своего гуру, либо какие-то другие книги. Prabhupada is like some grandfather that died so many years ago. Прабхупада это просто дедушка, который уже давным-давно умер. He started it, but he's gone. Он все начал, да, но он уже ушел в прошлое. Now it's different. Поэтому сейчас другие времена. That's happening. И это происходит. That's why this seminar. Именно поэтому мы проводим этот семинар. What Prabhupada's position is and our relationship with Srila Prabhupada. Чтобы мы могли понять положение Шри Прабхупады и наши отношения с Шри Прабхупадой. And to see from history what can keep our movement connected to Prabhupada. И из истории нашего движения, и вообще из истории прошлого понять, что может помочь нам оставаться связанными с Шри Прабхупадой. Just like the Christians. Как, например, христиане. They say they follow Jesus Christ. Они говорят, что они следуют Иисусу Христу. They have no disciplic succession generally. Ну, обычно у них нету какой-то цепочки. There's something there. Есть что-то подобное этому. But there's so many branches of Christianity. Но столько много разных есть ветвей христианства. How many branches? Сколько их? About 20 years ago. 20 лет тому назад. Кто-то знает точно? How many branches? More than 10,000 branches. Больше 10,000. So many branches. Столько много. So we'll have all these little branches of ISKCON all over the place. Представьте себе, что ISKCON превратится в разные такие маленькие ветви. Unless we understand what Prabhupada has given us and that how to apply it. And how our spiritual masters, who are representative of Prabhupada, are teaching on behalf of Prabhupada. Если мы не поймем, что нам дал Шри Прабхупада, как это знание применять на практике, и как наши духовные учителя, они это делают, уча от имени Шри Прабхупады. Okay, next slide. Who's these two personalities? Кто является этими личностями двумя? Рамануджачарья, Мадхавачарья. Read that. Прочитайте, пожалуйста, что написано. Ачарьи-основатели являются основополагающими гуру для всех и цепи ученической преемственности. Yes, it's important. The founder acharyas are the foundational gurus for everyone in their disciplic lines. So it's not that Prabhupada's gone and only those who are initiated by Prabhupada are Prabhupada's disciples. No. Everyone, Prabhupada said, everyone is my disciple. Это очень важный принцип, потому что Прабхупада уже ушел, и вот есть его личные ученики, те, кто получил у него посвящение, его ученики, а все остальные непонятно. Но Прабхупада сказал, что нет, все являются моими учениками. This next slide. И следующий слайд. This was published in the Harmonist. Это было напечатано в Гармонисте. Just before the disappearance of Bhaktisiddhanta. Буквально незадолго до ухода Шрилы Бхактисиддханты. Can you read that? Я прочитаю. Духовная глава Гаудия Миссии называется. Да. Гаудия Мадх является инструментом и представителем его божественной милости Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Махараджа. Он живет, движется и черпает силу благодаря Ачарье-основателю. Гаудия, который является рупором Гаудия Мадха, также и так далее. Это кусочек вот из Гармониста. Напечатано сразу после ухода Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Такура. He lives and moves, being the founder of Acharya. He's the mouthpiece, he's the foundation. Everyone has a relationship with the founder of Acharya directly. То есть все непосредственно связано с Ачарьей-основателем. Okay, next slide.
Bhaktivinoda Thakur, revisiting the Harinam Chintamani. Push the caption, there you go. Человек должен прежде всего принять наставление Сампрадайера Антигурура, изначального гуру Сампрадая, и поступать соответствующим образом. В ученической преемственности вайшнавов предыдущие ачарьи являются шикшигуру для всей Сампрадаи. Однако Адьячарая Йини ачарью основателя или изначального гуру ученической преемственности по достоинству почитают. И ему поклоняются, как гуру Широмани, наилучшему среди духовных учителей. Все члены Сампрадаи должны следовать его совершенным философским заключениям. Любые наставления, противоречащие им, не принимаются. Харинама Чинтамани, 6 глава, 22-23 стихи. So this is going all the way back to Bhaktivinoda Thakur. Это опять мы возвращаемся к Бхактивинода Такуру. Okay, next slide. Следующий слайд. Here is the symptoms of a founder acharya. Здесь приводятся признаки ачарья-основателя. Okay. What's one? Is that one of the symptoms there? Yeah, that's the first one. Yeah. They are like this. Okay. What does that say? Что там говорится? Кто-то прочитайте, пожалуйста. These are the symptoms. There's five symptoms. Уполномачивает представлять его тех, кто строго следует его наставлениям. Possesses great spiritual strength? No, that's the last one. Last one. He empowers to represent him those who very strictly follow his instructions. Awards power of attorney to his followers who strictly adhere to his teachings. That's one of the qualities. The first one? Обладает огромной духовной силой. Next. Его наставления превосходят наставления всех остальных и обязательны для всех его последователей. Okay, next. Занимает уникальное положение. Next. Во время своего физического присутствия является ачарьей или лидером для всех вайшнавов. И последний уполномачивает представлять его тех, кто строго следует его наставлениям. So these are the characteristics and qualities of a founder acharya. Итак, таковы качества и квалификации ачарьи-основателя. His post is unique. It's not cannot be taken by anyone. Его пост, его положение уникально. Никто не может его занять, это положение. Any questions, founder acharya? Yeah. Есть ли какие-то вопросы касательно ачарьи-основателя? Вы сказали, что мы начали читать книги Прабхупады и слушать лекции. А это, ну, если гуру представляют, ну, его последователи представляют, то это не одно и то же, что слушать их лекции или его лекции. Это же как бы одно учение, ну, мне интересно. То есть надо читать книги Прабхупады, слушать его лекции, но гуру же они представляют Прабхупаду. Ну, да, это же одно и то же учение. То же самое учение. Да, и то есть... как бы это не одно и то же, что их слушать или что? Не одно и то же ли слушать их лекции, да? You mentioned that we have to read Prabhupada's books and listen to his lectures, but at least one of them. То есть подразумевается хотя бы или то, или другое, хотя бы. Either read his books, listen to his lectures, either one or do both. То есть либо что-то одно из этих двух, либо оба. But question is continuous. And then he says that but our gurus, they are supposed to represent Śrīla Prabhupāda, to speak what he taught in his teachings. So is this the same, that we listen to their lectures and read their books as if we read Prabhupāda's books and listen to his lectures? But how do you know? Но как вы сможете это, как бы узнать, это правда, это так-то или не так? You need to hear from Prabhupada also. Вам тоже нужно слушать, что говорит и пишет Прабхупада. If you want to associate with Prabhupada, you have to do it through his books. Если вы хотите общаться с Шрилой Прабхупадой, вы должны делать это через его. Prabhupada was asked, how can we associate with you once you're gone? He said, you can read my books, I'm in my books. Когда Прабхупаду спросили, как мы можем с вами общаться, когда вы уйдете из этого мира, он сказал, вы можете общаться со мной, читая мои книги. Я в своих книгах. So yeah, you're getting Śrīla Prabhupāda from your spiritual master. Да, вы получаете Śrīla Prabhupāda у своего духовного учителя. But a
unless you know what Prabhupada has some idea of what Prabhupada says, then you may, you know, if your spiritual master says something that may be a little different, you don't know. Но вы должны знать также, что сам Прабхупада говорил, потому что если духовный учитель скажет что-то, что будет немножко отличаться от наставления Прабхупады, Прабхупада, вы это не заметите. But that's not the main point. Но это не главное. The main point is that Prabhupada's vakya, his sound vibration is purifying. Самое главное то, что Прабхупада вакья, звуковая вибрация, которая от него исходит, она очищает. And his books. And he says they're like law books. И он говорил о том, что его книги, они подобны своду законов. So he wanted all of us to read his books, not only his direct disciples, but everyone. И он хотел, чтобы все мы читали его книги, не только те, кто является его непосредственными учениками, но все его последователи. There's so much nectar in the books too. И в книгах там столько нектара. So listen to your spiritual master. Поэтому слушайте своего духовного учителя. If your spiritual master has written some books, you should read them also. Если ваш духовный учитель написал какие-то книги, вы также должны их читать. But in general, when you're working with other devotees, we call Prabhupada. Ну обычно, когда мы разговариваем или общаемся с другими преданными, которые могут быть учениками других духовных учителей, обычно мы цитируем из книг Шрилы Прабхупады. Just like I'll give you an example. Как, например, приведу пример. There's one devotee of one spiritual master in our movement, and he was preaching, and he was just quoting what his spiritual master said. Был один преданный, который в нашем движении постоянно проповедовал, и он говорил постоянно цитировал слова своего духовного учителя. People were getting a little upset because they were thinking he's pushing his spiritual master. И люди они немножко преданы, немного так они были, ну им это не нравилось, они чувствовали, что он пытается как проповедовать или как бы продвигать своего духовного учителя. If we present Prabhupada, everyone will accept. Но если мы будем представлять Шрилу Прабхупаду, то все примут это от нас. You can learn from your spiritual master what Prabhupada says, but you can quote both. Вы можете услышать или получить от своего духовного учителя, что говорил Шрила Прабхупада, то есть как он это передает. Но вы можете цитировать, вы должны цитировать Прабхупаду. Just imagine you're sitting in class. Как представьте себе, вы сидите, читаете на лекции. Some disciple of another spiritual master is giving class. И ученик другого духовного учителя читает лекцию. And they're only quoting their spiritual master. И он цитирует только своего собственного духовного учителя. I mean, you would think, well, that's nice, but he's pushing his guru. И вы подумаете, ну да, здорово это все. Но он просто своего гуру как бы продвигает. But if we present Prabhupada, everyone will accept. Но если он будет представлять Прабхупаду, тогда все это примут. Question? Oh, yeah. Да, пожалуйста, пожалуйста. Пожалуйста, погромче говорите. Не могли бы вы прокомментировать первую часть второго абзаца и четвертый абзац? Can you explain the first part of the second characteristics and the fourth characteristics of the fourth Acharya? His teachings take precedence over all others? Yes. And are compulsory for his followers. Yes. What needs explanation? А что вам непонятно? Его наставление превосходит наставление всех. Что этот момент означает? И во время своего физического присутствия является ачарьей или лидером для всех вайшнав. What does it mean that his instructions they are preceding, how to say, they can supersede? Everyone else's instructions. If there's some decision, philosophical decision, that needs to be made about some conclusion, then I may say something, you may say something, but if we quote Prabhupada, then that has the authority. Как, например, нам надо принять какое-то решение, и я могу что-то сказать, или кто-то другой может что-то сказать.
и мы можем расходиться во мнениях. Но если мы приведем цитату, что об этом говорил Шри Прабхупада, то это разрешает все сомнения и разногласия. Give you an example. Я приведу пример. Just like we might say, Srimad Bhagavatam takes precedent over all other scriptures. Как мы говорим о том, что Шримад Бхагаватам, авторитет Шримад Бхагаватам превосходит авторитет всех остальных священных писаний. So other scriptures may have what we say points on certain some understanding on certain points. И в других книгах, в других писаниях есть какие-то определенные, есть какое-то определенное понимание касательно какого-то вопроса. If you go to Srimad Bhagavatam, you get the complete and correct understanding. Но если вы обратитесь к Шримад Бхагаватам, тогда вы сможете получить полное и точное понимание этого вопроса. So when you go to the essence of all the teachings that we have, in other words, I'll give you an example. Even the previous acharyas' teachings should not be accepted in contrary to Prabhupada's teachings. Как пример, даже учения предыдущих ачарьев не должны приниматься как противоречие. They shouldn't be accepted. If they are contrary. Just like Srila Bhaktisiddhanta Saraswati says, if you don't chant 100,000 names every day, then we haven't reached human life yet. Как, например, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати сказал, если вы не повторяете 100 тысяч святых имен каждый день, вы даже еще не стали человеком. If you haven't chanted 64 rounds a day, you really can't practice devotional service. Если вы не повторяете 64 круга каждый день, вы даже не практикуете преданное служение. So you gotta follow that? Вы сможете этому следовать, наставлению? Prabhupada applied the same principle according to time, place, and circumstance and gave us 16 rounds. Prabhupada применил тот же самый принцип согласно месту, времени и обстоятельствам и дал нам 16 кругов. So if you say, well, Bhaktisiddhanta was Srila Prabhupada's guru and he's coming from in line, then we have to take Bhaktisiddhanta. Мы можем подумать о том, что Бхактисиддханта Сарасвати является гуру Шрилы Прабхупады, и Прабхупада пришел в той же самой линии, мы к этой линии тоже принадлежим. Значит, нам надо следовать наставлению Шрилы Бхактисиддханты. But Prabhupada is our founder acharya, not Bhaktisiddhanta. Но нашим ачарьей-основателем является Шрила Прабхупада, а не Шрила Бхактисиддханта. So Prabhupada's even in relationship to the previous acharyas and to the ones that have come after Prabhupada's teachings are the foundation. We have to accept them as the ultimate principle. И вот даже в отношениях к предыдущим ачарьям, что же говорить о том, что касается тех, кто после Шрилы Прабхупады, то есть наставление Прабхупады является основой, и мы их принимаем как первый источник. Okay. Thank you. То есть в чем уникальность положения ачарьи-основателя, да? Вот это unique position of founder acharya. Unique position? Yes. We just went through that. Только что прошли это все. You missed the whole lesson. Вы весь урок потеряли. Пропустили. You can listen to the tape. То есть вы имеете в виду, что обычно тот, кто является ачарьей, он никогда не скажет, что он сам ачарья, да? Here, it's in the previous, go back two slides. No, it's a little bit different question. I just took this wrong way. He says that one who is an ачарья, he never claims that he is an ачарья. But Prabhupada, he did it. Yes and no. И да, и нет. В
For the benefit of others, yes. Ради блага других, да. For himself, no. Ради самого себя, нет. Okay, does that make sense? Это отвечает на ваш вопрос. Okay, tomorrow it gets more interesting now. This was a tough lesson. Это был довольно сложный урок сегодня. Then we go into Srila Prabhupada's being predicted. Prabhupada's prediction, people, the Shastric and the Guru's predictions about Prabhupada's appearance in the world. So. Завтра мы будем разбирать о том, как приход Прабхупады был предсказан в шастрах, в священных писаниях, как разные гуру предсказывали приход Шри Прабхупады. Okay. Anything else before we end? Еще какие-то вопросы, маленькие замечания, то да. Громче, пожалуйста. То есть, если у человека нет официальной инициации, и вот вы спросили своего гуру, да? И да, то есть, и влияет ли это на то, что уйдет человек в духовный мир или нет, да? И в чем вопрос? То есть, немножко не понял, как тут занимается, может и так уйти в духовный мир, да? И с инициацией, без инициации? Или же получает ли он... То есть получает ли человек милость Парампара, если он пока еще не получил инициацию, да? Но следует все-таки наставлениям, да? She's asking about formal initiation, because she asked her spiritual master, is it crucial for one to be initiated in order to be able to go back to Godhead, to the spiritual world? So she's asking, is somebody who is not initiated yet, but following disciple association, getting the mercy of Guru Parampara? Well, if it's formalized. Bhakti is, Rupa Goswami describes Bhakti as being 9 stages. Шри Рупа Госвами объясняет Бхакти как состоящий из 9 стадий. Adhastrana, Sadhu Sangha, Bhajana Kriya. Bhajana Kriya means shelter of the spiritual master. Так там идет Шрадха, Садху Санга и Бхаджана Крия. И Бхаджана Крия подразумевает принятие прибежища духовного учителя. One can practice devotional service for some time. В течение какого-то времени человек может практиковать прибежище. And chant the holy names. И повторять святое имя. And purify themselves. И очищать себя. But then at one point, initiation is the next step. Но в какой-то момент инициация — это следующая ступень. You have to take that next step. И этот шаг нужно сделать. If you fail to take the next step, then you don't move forward. Если вы этот шаг не сделаете, вы не пойдете дальше. So, for different people, one may practice longer than others without being initiated, but ultimately initiation means to accept Krishna. И для кого-то это может занять больше времени, получить практиковать до момента, когда он получит инициацию, для кого-то меньше, да? Но инициация подразумевает, что мы принимаем Кришну, принимая его представителя. So, initiation is necessary. И поэтому инициация необходима. It's part of the process. Это часть процесса. Now, there may be some rare souls. Но могут быть редкие души, that can go back to Godhead without initiation. Которые могут вернуться обратно в духовный мир без инициации. Which means they were probably initiated in the last life. Что подразумевает, что, скорее всего, они уже получили инициацию в одной из своих прошлых жизней. But that's very rare, and we don't follow that. Ну, это очень редко встречается, и обычно мы на это не надеемся. There are some great souls that don't require initiation. Есть великие души, которым нет необходимости получать инициацию. It's like one. This happened a couple times. Это происходило несколько раз. One devotee came to Prabhupada.
Один преданный пришел к Прабхупаде. He was born in Vrindavan. Он родился в Вриндаване. Prabhupada gave him first, second, and sannyas initiation all at once. И Прабхупада дал ему сразу и первую, и вторую, и третью инициацию саньяс. Gaur Govinda Maharaj, Prabhupada gave him sannyas initiation right away, after 1 year. Gaur Govinda Maharaj, еще Прабхупада дал инициацию посвящения саньясу через год уже сразу. So there are some rare souls, yeah. Так да, есть редкие души. But no? That's not the norm. Это неестественное положение дел. So, естественное развитие событий, поэтому. And initiation means care. You're getting the care you need. Инициация подразумевает, что вы получаете заботу, заботу, которая вам необходима. It's like having protection. Получаете защиту. And care. И заботу. So we want that. И мы этого хотим. So it's necessary. Поэтому это необходимо. Tad vigyardam guru eva abhigatsche. That's the phrase from the Shastras. Tad vigyardam vigyardam guru eva abhigatsche. Abhigatsche means must. One must accept the shelter of the guru. Татвигьяна Тхамса Гурум Вабхигачхи. То есть человек, который хочет получить знание, он обязан. А Абхигачхи, значит, он обязан принять духовного учителя. Prabhupada says this word Абхигачхи is a not a small word, it's a big word, it means must, you must. Прабхупада говорил о том, что вот это слово Абхигачхи, это не какое-то там дежурное слово, это главное, ключевое слово, и оно означает, человек обязан. Krishna says, Tad vidhi paripratanyam paripasena sevaya uvatek shanti te gyanam gyaninas tattva darshana. You want me? Go to Guru. Krishna говорит в этом стихе, хочешь меня? Иди к Гуру. And Guru, it's nice, you get Krishna and Guru. И Гуру, это здорово. О, Гуру хороший человек. Вы и Гуру получаете, и Кришну получаете. It's not a bad thing. Chaya? No, Manishi. Just one question. Is it true that the guru, when he initiates the disciple, he takes the karma, and he suffers the background for the disciple? That really hurts me to see the guru suffering. Is it true? Правда ли то, что когда Гуру принимает ученика, он принимает также карму своих учеников. Мне так больно слышать, что Гуру страдает из меня. Taking karma is not so bad. Ну, принимать карму — это не так плохо. What makes it rough is that once you accept the spiritual master, if you deviate, then that's when the spiritual master suffers. If disciple deviates. When the disciple deviates. Что проблема в том, вот, когда вы приняли в себе ученика, и этот ученик начинает отклоняться, вот тогда учитель страдает. So Krishna doesn't give the full karma. И Кришна не дает вам всю его карму. He gives something. Он кое-что дает. But the real suffering comes when you deviate. Но истинное страдание гуру приходит, когда вы отклоняетесь. Yeah, you suffer too. И вы тоже страдаете. But the spiritual master has, he's agreed to take care of you, and now you're deviating, and so it makes it. That's where the real suffering comes in. Но вот когда гуру согласился принять вас, и вы отклоняетесь, вот это вот то, что приносит самые большие страдания, настоящие страдания. So, a good disciple gives strength to the spiritual master. Poor disciple pulls the spiritual master's energy. Хороший ученик, он дает, как бы отдает свою энергию, помогает, поддерживает духовного учителя. Плохой ученик тянет энергию из духовного учителя. So, be a good disciple. Поэтому будьте хорошими учениками. Шрила Прабхупада ки. Гор Премананде. Святейший Шрила Чандрамоли, с вами Махараджа ки.